Итак, двухлитровый инжектор. Выкручиваем свечи, смотрим состояние. Вот одну выкрутил. Сейчас посмотрим. Вот такое. Не белое, но какое-то. Налет какой-то есть, но. Ну вот так. Так, сейчас подвыкручим остальные. Так, выкручиваем вторую. Сразу посильнее было закручено. Опа. Ну, это не сильно отличается от первой. Вот такой зазор. Здесь какой? Здесь вот такое. Ну вот они похожи. Так, ну что, выкрутим еще. Так, выкручиваем третью еще. Ага, вот здесь вот она побелее по сравнению с этими, где наблюдается такой кирпичный цвет. Этот белый. Да, этот белый побелее. Так, четвертую выкручиваю. Так, посмотрим, что последний. Опа. Оба-на. Вот это вот отличается. Так, от всех остальных. Ну да, здесь разница есть. Нагар какой-то тут. Вот такие. Первая, вторая, третья, четвертая. Третья вообще как новая. Налет. Вот такие дела. Вот эта свеча
Четвертое. Возможно, даже здесь. Что-то может со впрыском не то, с форсункой. Ну, короче, не знаю, что здесь может быть с этим цилиндром. Поршневое что-то.